Дорогая, выходи за меня замуж. Ты чё, конченый? В смысле? Вообще-то сегодня 14 февраля, где мой подарок? Блять, прости меня, сейчас. На, купи себе что-нибудь. Ребятки, рассказываю вам лайфхак, как не получить пиздюлей в Сочи. Слушайте внимательно. Например, гуляете по городу, гуляете, подходит к вам какаха, например, такой тип. И говорит, братан, ты отсюда? Ты говоришь, нет. Ты отсюда кого-нибудь знаешь? Ты говоришь, нет. Да откуда ты? Ты говоришь, а что, какая разница? Он говорит, если интересуюсь, значит, есть разница. Ты говоришь, оттуда-то, оттуда-то. Он говорит, а там кого-нибудь знаешь, с кем там общение имеешь? Ты говоришь, а ты что, всех знаешь? Вот это максимально неправильный ответ. Короче, если ты скажешь, а ты что там всех знаешь? Он скажет, а ты что, сомневаешься? Ты скажешь, да. И получишь въебло автоматически, потому что сомневается в блядях. На данный вопрос нужно отвечать так. Он говорит, с кем там общение имеешь? Ты говоришь, я там, братик, всех достойных ребят знаю, сейчас по имени каждого не буду перечислять. И он говорит, ау, вижу, ты хороший нашинский пацан, иди своей дорогой, нашим всем привет, братик, если что, я здесь.